Добрый день. Хочу рассказать о посадке голубики траншейным способом, вернее, об ее осенней пересадке, так как ранее голубика была посажена в ямы и была посажена неправильно. Где-то производилась посадка лет 5 назад. Я еще очень мало знала об этой ягоде. Было не так много информации, как сейчас. Она не плодоносила, можно сказать, совсем. Листья были красные, плохо развивалась, и было принято решение на основе уже полученной информации из интернета ее пересадить. Впервые я об этой ягодке узнала от Елены Тереховой из города Риги. Елена, большой вам привет. Спасибо за ваше познавательное видео. Значит, здесь посажено два сорта. Blue Crop и Патриот. И еще какая-то вот с красными ягодками. Не помню название, но думаю, это так баловство. Просто какой-то экзотический сорт. Была вырыта траншея на глубину 50 сантиметров. На дно траншеи выложены старые доски хвойных пород, песок речной, крупный. Далее закладывался кислый торф, приобретенный был в гипермаркете Аби. Скажу вам сразу, дело это затратное, поскольку один брикет стоит 519 рублей, а брикетов сюда ушло очень много. Торф должен не превышать кислотность 5, то есть кислый торф должен быть верховой, рыжий. Значит, была произведена посадка на глубину уровня почвы, так как голубика не любит залегание грунтовых вод. Это для нее губительно. Также был сделан поребрик вот такой, обрамление грядки, чтобы почва никуда не растекалась, кислая почва. Было сделано, вот видно по краям, отсекли щелочной грунт от кислого грунта стеклоизолом. Ну, что было, тем и закрыли, чтобы почва не защелачивалась. На дно, конечно, вот не выложила я. Еще нужно было раскислить грунт, который на дне, коллоидной серой. Ну, не было у меня серы, поэтому не получилось. Значит, произведена посадка голубики. Хорошо был пролит грунт, это обязательно, чтобы корни хорошо прижились. Хотя кусты вот уже, в принципе, большие. Но ничего, пересадку перенесли хорошо. Значит, верх был замульчирован корой мелкой фракции хвойных пород, мхом, листовым опадом и кислым торфом рыжим верховым, и взятым в лесу из-под сосен. Но дальше будем смотреть, что будет весной. Но уже сейчас видно, что голубика чувствует себя хорошо. Вот за эти 2 недели, что была произведена посадка, она даже как-то вот окрепла. Вот ягодка еще одна есть, не опала. То есть надеюсь, что все будет хорошо. Она приживется и будет радовать нас урожаем. Думаю, что ягодка перспективная, вкусная, потому что в первый год у нас были ягоды, мы пробовали. Она очень вкусная. Конечно, она отличается от той, что растет в лесу. И вот эта садовая мне нравится больше. Надеюсь, что все будет хорошо. Она вырастет и порадует нас своей ягодкой. Все, пока, сажайте голубику, и пусть у вас будут вкусные ягодки.